Я же забыла сказать о самом важном. 27.10 я, вот, начиная с 27, получается, октября, я Давиду частенько говорила, что ребенок не ест мясо, не ест, вообще не ест никак, ни в каком виде. Так вот, где-то спустя месяц он начал есть. Очередной раз я написала письмо, из-за того, что была тоже опять расстроена, что он ест там только кашу, определенные продукты. Вот. И я написала Давиду, что Глеб не ест мясо. И на следующий же день я сделала отбивные, как бы в кляре их сделала. И он подошел сам с тарелки, взял, короче говоря, эти отбивные и начал жевать. И вот после того, с того момента он кушает мясо. Получается, фарш в любом виде, там пельмени, манты, тефтели, котлеты. Вот это все он кушает. И буквально на днях он даже вот такое вот кусочками мяса поел. Я, правда, их мелко нарезала, но он теперь кушает все. Ну, в смысле, кушает мясо теперь. И рыбу тоже пробовал. Но я ее тоже завуалировала в кляре, чтобы ему было похоже, что как будто бы там пирожок какой-то или в тесте что-то такое. Вот. И он покушал тоже рыбу. Вот. Вот такая вот у нас радость. Так, и что-то еще хотела я рассказать.